Тебе, Господи, воззову, Боже мой, да не премолчишь от меня, да никогда премолчишь от меня, и уподоблюся нисходящим в ров. Услыши, Господи, глас моления моего, никогда молитимися к Тебе, никогда воздите мне руце мои ко храму святому Твоему, не привлеци меня согрешники, и сделающими неправду не погуби меня, глаголющими мир с ближними своими, злая же в сердцах своих, дашь им, Господи, по делам их и по лукавству начинаний их, по делам руку их дашь им, воздашь воздаяние их им. Яко не разумеша дела Господня и дела руку Его, разориши я и не созиждеши я. Благословен Господь, яко услыша глас моления моего. Господь помощник мой и защититель мой, на Него упало сердце мое, и поможи мне, и процвете плоть моя, и волею моею исповемся Ему. Господь утверждение людей своих и защититель спасений Христа своего есть. Спаси, люди Твоя, и благослови достояние Твое, и упаси я, и возьми я до века.